think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной штурм следующей волны. Я уже прохожу 24-ю, 24 и 4 волна. Как раз остановился на серединке, решил показать вам, какие здесь есть шарки и насколько она жесткая. Так, еще у меня один так и дракон есть, да? Давайте сделаем вот так, вот его сюда добавим. Так, солнца у нас хватает, давайте еще возьмем, в принципе, там без разницы, не буду тратиться, сейчас просто для перестраховки подобавляю еще итем. И надо было забрать, кстати, кукурузку верхнюю, как просили, растянул, показал, ну, возможно, так будет получше, не знаю. Такс, ну, уже эти, я и показывал, пеликаны, они уже не страшны. Почему? Потому что у меня уже есть, вот смотрите, какой шарк большой, у меня уже есть его убиваемый, ну, можно было не использовать, в принципе, я убивал вот так вот, с помощью усилялки драконов. Эти пеликаны уже не страшны, так как летающие драконы на второй волне, и, в принципе, пофиг. Но сейчас может быть трэш, здесь посреди раунда может в центре появиться опять шарки, это просто пипец. Они наваливают так, как надо. Ну, как видите, летающие драконы тащат. Смотрите на зону атаки. С центра поля фигачит. Вообще изи. Решил я взять также сюда орехи. Против этих шарков, чтобы они не подлетали. Ну, в принципе, нормально. Никто даже толком подбежать не смог. Так, сейчас у нас... Не, нормально. Нормально идем. Я думал, будет посложнее. Честно, первый, второй, третий левел... Они, не знаю, почему так, но первый, второй, третий левела намного сложнее, нежели... 4-5. Так, опять шарки лезут. Можно их раньше включить. Вот так вот картофаном я решил. И плюс я усилил. Бум. По броне они, конечно, жесткие. Я дополнительно у себя усилил кабачка. Ну вот, без проблем. Плюс 1500 самоцветов. Такс. Дают нам просмотр рекламы. Сейчас я посмотрю рекламку и попробуем с вами зафармить последний левел. Долго загрузки, конечно, длятся. И в итоге мы получим карту. Я надеюсь. Я на это очень надеюсь. Вот сюда вот. Что нам эта карта даст? Она нам даст возможность старта, как видите, плюс 3 солнышка. Это очень круто, особенно для прохождения, потому что у вас будет возможность больше сразу юнитов выкинуть. Но потом в дальнейшем оно, конечно, такое себе, но даже для той же самой арены, думаю, это очень поможет. Такс, окей. Ну все, ребят, посмотрел рекламу. Кстати, сейчас покажу вам юниты, какие уже идут новые, интересные на 23-й волне. Ну, это обычный зомбак. Вы можете зайти у себя тоже, нажать и посмотреть, какие статы у него есть. То есть у них уже усиливается и жизнь, и скорость атаки. Но вот с интересных, например, вот эти вот шарки, акулы, да. Жизнь 3700, атака 1.38, скорость атаки 1 секунда. Скорость, конечно, передвижения маленькая, но дамажат они охрененно. Также вот эти вот шаманки, которые забирают солнышко у нас.
Ну, они такие себе, они не особо, но вот самое интересное на этой волне, это вот фламинго, как их убивать, как только он залетает, возможно, сейчас я вам покажу, в начале волны очень много проблем было у меня, потом я начал просто их кабачками валить, а пока он не подлетел, кабачок может его убить. Тоже офигенно, но потом уже после этого, как вы апните драконов на летающих, они становятся не настолько страшны, как это в начале. Вот. Вот эта вот субмарина, это просто жесть. 11 левел, 1 жизни, в принципе, мало, 1.31. Дамаг 4.14, бронь 9000. Вот это вот самое страшное, что есть у них, это бронь. Их сложно пробивать, но, в принципе, драконы с этим справляются. Ну, остальные такие себе, я их показывал уже. В общем, к этому мы когда-то дойдем. Поехали дальше. Я хочу зафармить сейчас и попробовать все-таки добить этот левел и уже начать 25-й. Там, соответственно, у нас будет новая постройка, и мы сможем фармить без проблем. Вот кабачка я всегда одного оставляю, потому что если сейчас будет фламинго, у меня нечем его остановить, только вишенку придется использовать. Поэтому не особо хочется это делать. Давай, добивай. Все отлично. Вот, смотрите. Вот пока он не подлетел, бум, вот добили мы его. То есть, таким вот образом я у себя их в начале волны прохожу. Надеюсь, вам это тоже поможет. Потому что по-другому, другого варианта, либо использовать вишенку, но не особо хотелось бы ее сразу использовать. Такс. Попробуем такой вариант. Вот видите, я уже, в принципе, выставляю. Так, сейчас будет новая волна. Вот, отлично, у нас летающий появился один. Так, тут мы задержим сейчас. Поставим летающего. Эту задержим. Вот кабачок сейчас на него, кстати, не сработает. Придется сейчас использовать обилку. Но ничего не сделаешь. Так, отлично. Ну, успеем еще на солнышко собрать. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Не на солнышко, а на этот, на лимонку, отлично. Так, есть. Зафармили, выставляем всех в очередь. Ставим одну лимонку тут. Одну лимонку тут поставим. Сделаем вот такой вот вариант. Сейчас начнутся у нас приколы, ребята. Сейчас будет самое жесткое на этих волнах. Так, и две лимонки, отлично. Ну, видите, сейчас намного проще, когда летающие драконы. Эти лебеди нам не страшны. Так, вот акула есть одна, словили. Ее, кстати, можно этим зафигачить. Вот, я кабачки тоже на них использую. Кабачок нормально дамажит, дамага хватает. Так, поехали дальше. Следующая волна у нас. Давайте немножко будем усилять деф. Еще новые шарки лезут. Ну, в таком варианте можно вот так вот сделать. Бум.
Один дракон и все готово. Опять кабачок. Так, трэш продолжается. Как видите, тут все веселее и веселее дальше. Так, рановато я нажал. Не, вроде достали, отлично. Блин, жестко. Он, конечно, хавает все, блин, подряд. Все, изи, ребят. В общем, таким вот образом, таким составом мы добрались до 25-й волны. Отлично, получили бонус. Усиление. Теперь надо копить золото, надо будет опять фармить арену. Но шансы, как видите, очень-очень хороши. Так, алоэ вера. Ого, нифига себе. Нифига себе. Сейчас посмотрим, что она дает. Так, отлично, отлично, отлично. Ну, они говорят, что я красавчик, конечно. Так, ну, давайте чекнем. Интересно посмотреть. Эпичная. Friendly heals all 8. Хилит, нифига себе. Круто, круто. Это хиллер, ребят. Обалденно. Это круто. Надо будет поискать. Я думаю, появится в этом магазинчике у нас оно. 100%. Блин, 7 драконов. Но мне надо улучшить. Лучше эту локацию. Ну, лучше улучшать, как по мне, сразу же постройки. Так, забираем. Там у меня еще юниты есть. Тан-тан-тан-тан-тан. Давай. Basic пината. Отлично. Вот таким вот образом мы добрались до 25-й. Посмотрим, что на 25-й у нас есть. А ну что по бонусам? 40 500. Кстати, если мы зафармим ее, мы сможем тогда собирать самое интересное. Это собирать острый соус и апать наших героев. Посмотрим сейчас хотя бы, что здесь есть. Может, она тоже легкая, кто его знает. Так, здесь мы так, а вот наши друзья. Вот они появились. Так, этого, наверное, мы так убьем, этого. Ай-яй-яй, перекинули. Ого, нифига себе, шарк так сразу. А, это обычный, фух. Я думал, жесткий шарк сейчас вылезет. И все, ну, видите, уже посложней. Ну, у них, соответственно, жизни здесь тоже больше. А! Успели, отлично. Блин, а вот это падлу придется все-таки вот так вот убивать. Ну, то есть, видите, вариант либо вишенку использовать. У нас другой вариант. Нифига себе, это что за прикол? Прикольно. Это как так выкинули? Выкинули и все, закончилось. Как-то быстро первый стейдж прошел, честно говоря. Такс. Ну, давайте усиляем. Все по стандарту. Я надеюсь, сейчас там не вылезет эта хрень. Фига себе, вот это прикол. О, блин, это дичь сейчас будет. Капец. Они зафигачили, нифига себе. Я смотрю, где-то драконов нету. Блять, они зафигачили моих драконов, падлы.
Я-то думал, блядь, сейчас будет все изи, ага. Смотрите, что делается. Просто трэш. Вот это волны дальше веселые, ребята. Так, нам самое главное уберечь наших драконов. Все остальное фигня. Жесть. Короче, надо ставить эту фигню, потому что реально дичь происходит. Капец. Ого, шарк полез. Жопа, может быть. В принципе, шарка мы сейчас тут сольем. Тут задержим, постараемся. Еще и файнал будет. Да, блять, убили. Падлы. Куда уже файнал, блять? Жесть. Это жестко. Да, еще пирогов мне не хватало. Вы что, издеваетесь? И так уже передавили все. Ну, мы с этим справились. Фух. 25-1 пройден. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых прохождений. Всем удачи, всем пока.